Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я решила изменить свой маршрут, пройти мимо базара, посмотреть на цены. Не знаю, куда иду, куда глаза глядят. Кстати, в этом парке я очень давно не была. А когда-то путь к стройности я проделала через этот парк. Да, именно этот парк мотивировал меня. И когда я приехала, помню, после свадьбы такая пышненькая. Вы видели мои фотографии. Кому-то нравится очень. Мне было ужасно. Потому что чувствовала себя огромной глыбой какой-то, тяжелой. Лишние килограммы никому не идут на пользу. Они, может, внешне все морщины разглажены, но для сердца, для всех органов, это лишний жир, лишняя тяжесть для позвоночника. Это очень плохо. Я же вам рассказывала, что я работала очень много. И один выходной вот мы с мужем проводили вместе. И я почти Турцию не знала. И вот, естественно, когда я приехала сюда, в этот Мерсин красивый, когда он мне начал водить, я так думаю, боже, где я нахожусь? В каком красивом месте я живу? Буду жить? И не надо работать. Я не могла этому поверить, что мне не надо утром вставать, что я вечером, вечерние часы дома. Это какое счастье, вы просто не представляете. Просто до слез вспоминаю тот период, именно радостью, когда я почувствовала себя свободной. Я свободна за столько лет, Я позволила себе расслабиться. Я в понедельник не бежала на работу. 6, 7, 8, 9 было вечером дома. И ночью была дома. Потому что, когда я работала, мы возвращались не раньше 12. Ну, а потом вот работала и работала, И хотелось так все бросить. Но. Это мой опыт. Я совсем не жалею. Этот опыт меня сделал очень сильной. И я сейчас ничего в жизни, никого не боюсь, кроме смерти. Что-то новое начинать я тоже не боюсь абсолютно, мои дорогие. И вам советую выходить из зоны комфорта, идти по новому пути, если вас не устраивает ваша жизнь. И рискуйте, ведь если вы рискнете, вы же хуже себе не сделаете. Ну, может быть, не получится этот опыт какой-то. Забейте. Идите дальше, другой опыт получайте. Почему у вас такой повышенный интерес к креативности? У меня тоже, потому что у каждого в жизни, жизненный цикл у человека проходит 5 элементов, это по китайской философии. И каждый элемент циклом 12 лет. Это первый цикл – дерево, элемент дерева, второй – огонь, земля, металл и вода. И первый цикл элемент дерева ребенок проходит с рождения до 12 лет. В этот период он очень любознателен, интересуется всем. И дайте ему возможность почувствовать этот мир, потрогать этот мир своими руками. Кстати, смотрите, какие красивые, внутри желтенькие уже. Вот именно он все должен попробовать. У меня в этот период, видно, было со стороны родителей, мамы, но я выросла без отца. Мама меня очень сильно контролировала во всем и не разрешала мне этот мир ощутить на своем опыте. Она меня оберегала всячески. И я вот сейчас смотрю и думаю, почему я ко всему такая проявляю интерес. Потому что мне не хватало это в моем элементе дерева с рождения до 12 лет. Я не познала мир. И сейчас я возвращаюсь туда. Второй элемент с 12 до 24. Третий элемент земли с 24 до 36 лет. Элемент металла с 36 до 48 лет. И элемент воды с 48 до 60 лет. И потом человек возвращается опять по кругу, проходит. И когда из элемента воды 60 лет он возвращается в элемент дерева, то
И не зря говорят про пожилых людей. Вернулись в детство. Было такое, есть такое, не правда ли? И потому что часто в этот период наши пожилые родители, наши дедушки, бабушки, они интересуются познать мир. Всем интересуются. Вот иногда бывает такое, что бабульки одевают коротенькое, да, вот много я блогера видела, да, шортики, они потому что не прожили это в своем периоде, и повторяется этот элемент. Вот такая интересная китайская философия, и вот такая интересная нейрографика, и вообще, надеюсь, было вам очень интересно, а я побежала, а то я заговорилась тут, но думаю, что очень много интересного вам рассказала. Светлана ваша развивается. И многие там раньше писали, что я копирую, но вы копируете тоже эти знания. Я это в себя впитала и вам рассказываю, делюсь с вами. Вот что главное, мои дорогие. Вот смотрю и оглядываюсь на все. И убеждаюсь в этой китайской философии, что она действует. Я тоже этого не знала раньше. Я этому сейчас учусь. Я понимаю теперь, почему я возвращаюсь в этот период элемент дерева. Потому что я раньше об этом не знала. Чем больше ты делишься информацией с миром, с людьми, тем это лучше. Я сею кармические семена, и вам того же желаю. Не забывайте об этом. Каким образом? Не обязательно деньгами. Учите кого-то чему-то хорошему, чтобы человек после общения с вами зарядился мотивацией, позитивом, захотел жить и радоваться жизни, а не страдать. Поймите, это очень важно, мои дорогие. Люблю вас и обожаю. Побежала я. А вон мой дом красивый. Боже. Когда он стоил 1 000 000, а я тогда его не приобрела. А сейчас он уже 3, 4 или 5. Это же люксовый. Но скоро он будет моим. Иду по городу, решила пройтись. Смотрите, какие сережки. Гвоздички. Мне тоже надо такие. Ой, хочу корону. Вот это хорошая корона. Так, ну что мне нравится? Мне нравится все мощно. Такое нравится. Ой, красота. Ну, мне нравится вот такое золото. Я помешалась на нем. Вот. Вот это золото. Вот сережки. Ой, какая красота. Такое мне надо. Видите? Вот такие вот я бы еще бы купила себе. Надеюсь, видно вам. Так, ну перстень здесь мне не нравится. Гвоздичек там нормально. Гвоздик нету. Все, буду. Вот серьги еще. Смотрите. Какие классные. Пробы 22 карата. Догадались, где я? Хочу с вами поболтать на очень интересную тему. I love you, Мизитли. Пойдемте сядем на скамеечку, чтобы камера не шаталась. И вы меня послушаете. О чем бы я хотела с вами поболтать? Почему я не видела такого своего детства, вот именно? Вот как сейчас детям все доступно, родители позволяют, чтобы они познали себя, правильно это и делают. Потому что я и раньше рассказывала, что я выросла в семье одна. У моей мамы умерло 4 девочек, я 5-я. И, конечно, она тряслась на мной, оберегала от общения со всеми. Только для себя она меня хотела вырастить. Отец ушел
из нашей семьи. И благодаря этому у меня появилась сестра, которая нашла меня через много лет даже, да. Потому что отец в другой семье переехал в другой город, на Украину. И сестра у меня выросла и родилась в Батуми, но через какое-то время они уехали, покинули. Поэтому моя жизнь прошла без отца, мама и я. А вы сами знаете, когда такие ситуации случаются, все мамы вкладывают все абсолютно в детей, все им кажется, что они худые, что они голодные постоянно. Поэтому я помню всю свою жизнь себя колобком. Не то, что колобок такая жирнющая, но я не помню, чтобы у нас на завтрак был хлеб с маслом. У нас был я еда, так как моя мама еще работала и поваром в пансионате Мзиури, помню, пансионат Мзиури. Советские времена, и мама надо мной тряслась, я была у нее всегда на работе, после школы была с ней там, естественно, кушала, помогала ей справляться со своей работой, ну, всегда была с мамой, я помню. И мама у меня была такая, не... она козерог, она сама выросла без матери, с мачехой. Вот настоящий фильм «Золушка», вы, наверное, знаете, это про мою маму. Там были другие родные дети, мама их вырастила. Отец тоже женился во второй раз. И моя мама вырастила этих своих братьев и сестер. И вот они на Украине, естественно, у меня. О чем бы я хотела с вами поговорить, именно почему я говорю об этом, что моя мама вкладывала в меня все и тряслась надо мной, и не дала мне увидеть тот мир своими красками. Поэтому, наверное, много таких историй у меня получалось. Как только я выходила из-под контроля, у меня вечно куда-то приключение попадало. И были такие ситуации, сейчас не будем о них говорить. Я всего выросла закомплексованным ребенком. Я выросла в очень строгих ежовых рукавицах, мне мама, настоящая грузинка, так как я родилась и выросла там. Я не знала, что такое дни рождения у одноклассников, потому что мама меня никогда не пускала никому. Она все боялась, что что-то со мной сделают, кто-то меня обидит и все. Это было, какие бы истерики не закатывала, какое что. Нет, после школы домой. Но были такие моменты, когда уже повзрослее была, спорт, но школа была после нас, один квартал. Под контролем, если я вдруг задерживаюсь, бежит она за мной. Я была постоянно под страхом. У меня поэтому куча комплексов развилась. И моя мама всегда говорила, что у нас нет денег, деньги не для нас, деньги богатые, деньги ведут к плохому. Вот это точно про мою маму. Но я ее безумно обожаю за то, что она меня вырастила такой. И я прошла опыт очень тяжелый, сложный. Все люди вокруг благодарят мою маму за то, что вырастила меня таким человеком. Где бы я ни работала, с кем бы я ни жила, все говорят большое спасибо за вашу дочку. И вспоминаю сейчас, и мужу часто рассказываю, что мама настолько мне внушила, что от сигарет я умру. И когда у нас девчонки, помню, в медучилище, я поступила без знакомств тоже. Это очень было... Мама мне предложила, мама сделала выбор. То есть у меня не было права выбора. Зачем ты будешь тратить время, так ты лучше пойди медсестрой, ты должна быть хорошим врачом. Окей, мама. Вот я и пошла. И я пошла и на удивление всем поступила. Даже она не ожидала. Но я всегда была прилежным ребенком, училась, и она внушила мне, что я должна учиться хорошо. Моя мамулечка, люблю тебя безумно за то, что ты мне вырастила. Да, с большими проблемами я столкнулась, что я не могла принять свое решение, к чему я это все говорю. И если бы я сейчас жила в Грузии с мамой рядом, я бы даже не знаю, кем бы я была, и, то есть, новой Светланой,
не было бы однозначным. Даже когда я ей сказала, что я хочу выйти замуж, моя мама сказала: «А зачем тебе замуж? У тебя есть внуки». Я посвятила свою жизнь тебе. На что я ответила: «А я не хочу жить так, как ты. У каждого своя жизнь, и я хочу устроить свою жизнь, чтобы у тебя была своя жизнь, у моих детей была своя жизнь, мамочка, родная моя. Отпусти меня и благослови. И пойми мне, что у меня должен быть свой путь. И если Вселенная предоставила такой шанс, отпусти меня в этот мир, протопать своими шагами. Я сильная, я справлюсь. Не надо меня оберегать. У меня все получится. Пусть это будет мой опыт». Моя мама много не знала о тех трудностях, которые я пережила, когда уехала в Турцию на заработки. Она думала, что все так прекрасно, все в розовом цвете, да, работают, деньги летят. И не нужно, чтобы она знала об этом. И даже сейчас она иногда говорит, когда видит, что я занята, работаю, вот она не понимает, что такое работать на себя и учиться. Зачем тебе это? Она меня всегда оберегает. Ну зачем тебе это? Вот была бы ты в Грузии, работала бы медсестрой, тебя весь город знал, какая ты медсестра. И не надо было тебе ничему этому учиться. Поделилась сегодня своим наболевшим. Может быть, и у вас такие ситуации, что вы зависите от своих родителей. Как бы мы ни любили их, мы должны жить своей жизнью. Я очень много подписчиков знаю, которые живут с родителями и прямо и забыли про себя уже и в возрасте. Куча болезней у них. И они забыли про себя. Родители эгоисты, и мы эгоисты, мы хотим внимания от своих детей. Но я сейчас вот то, что уехала, я как-то отпустила, все отпустила, детей отпустила, они у меня самостоятельные, живут своей жизнью. Потому что когда мама была чем-то недовольна, я сразу переходила на своих детей, и у меня были очень плохие отношения какой-то период с детьми. Мы не разговаривали с дочкой по несколько недель, месяцев. И когда вот я пришла, выучилась этому психологии отношений, и нейрографика помогла, йога помогла. Я вот попросила прощения у мира всего, у всех, и зашла в какой-то Новый год был очищенной. Всех простила, всех люблю и всем написала. Так что учитесь прощать и просить прощения. Если вам это тяжело вживую, пишите на листе и отправляйте, сжигайте, не знаю, что хотите, делайте. И вот то, что я делаю с девочками, отправляю свои кораблики, это все не зря, девочки и мальчики. Это все действует. Не относитесь скептически, а начните верить в это и делайте. Если вам это интересно, я вас научу. Какой у нас красивый с мужем завтрак, полезный. Вот это вот сырная тарелка, сыры, которые нам передала моя подружка. Это новый сыр. Мы еще его не пробовали. Яйца с домашних яиц. Это мой нутовый блин. Блин. Вот такой вот он. Тут с помидором. Это ПП. Ну и авокадо. Это масло. Маслины. Это я пекмес. Тахин есть такой? Такое дело вкусное в Турции. Хумус добавляют его. Мед. И вот самое полезное. Посмотрите, что я делаю, чем я занялась. Я быстро прибежала и занавески стираю. Сервант мою. Видите, у меня такая пыль, я даже не знаю откуда, когда закрыты все двери, все закрыты, а такая пылища. А сейчас это все показывает по телевизору про этот теракт, чтобы не стеклали. Расследуют. Я не смотрю такие вещи мимо меня. Мимо меня. Приятного нам аппетита. И, наверное, буду заканчивать сегодняшнее видео. У нас сегодня какие-то планы, но это уже в другом видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. По возможности
кликайте на супер спасибо. У кого есть оно в пользовании? Маленький вклад для меня очень большая приятная вещь. Очень приятная вещь, и вам вернется в тысячу раз. А также, если кто желает быть моими спонсорами, это ежемесячная подписка. Вы платите какую-то сумму. Самый-самый минимум я выставила. Посмотреть, как это будет работать. Ведь я же стараюсь для вас, мои дорогие зрители. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.